А я уж думал, вы тут сидите, короче, это, и думаете такие, вот я сейчас такую шутку придумаю, прям как пиздану ее, прям охренеемся. Давайте закончим с этими шутками, а то мы это, у них уже это, как-то, подвисли, короче. Пойдем. Привет, любитель. Прошел. Хорошо. Это хорошо. Так. Ну это можно наступать-то хоть? Вроде можно. Вроде не дамажит. Опа! Уи! Уй! Уй! Так, можно наверх. Там нам кто-то есть. Так, ты. Три монеты осталось, прикинь. И вот сейчас по-любому одну и не взял где-нибудь, да? Брунетто Латини. Философ и ученый в Флоренции, первый наставник юного Данте. Он страдает в седьмом круге ада за грех скотоложества. Это... скотоложество — это то, о чем я думаю? О, нормально открылся этот. Давай. Хорош, хорош слот реликвии. Четвертый слот реликвии. А чем можем сюда запихнуть? Вот это, умом тронулся, и с козой ебаться. Отразить атаку. Чё это? Урон от всех атак крестом и способностей. Интересно. Блокировка. Урон от всех магических атак. Очки стиля. Скорость заполнения и искупления. Мне кажется, вот это будет норм. Оно у нас медленно заполняется. А потом, когда мы прокачаем все, что нам будет нужно, мы берем просто вот это. И поставим вместо него что-нибудь еще. Да блок! Пизда он, пацаны. Прощен. Свидание. Что-то тут осадки какие-то нехорошие у вас. Что-то вспомнил. Мне в детстве говорили одевать, короче, головной убор, когда дождь идет, или зонт брать по причине того, что кислотный дождь. Я что-то я сегодня это вспомнил, мне что-то смешно стало. Гвида
Эгвера. Мудрый воин-лидер эгвельфов, который погряз в садомии и кровопролитии. Садомия. Есть пояснение, почему комедия? Ну, я предчувствую, какое там объяснение. Ибо ее бы не стали бы читать. И прочитало бы больше ее народа, мне кажется, если бы он назвал это от Данте. И... его бы точно бы. Еще бы побыстрее бы. Того. Это называется божественная комедия. Же нет? Да хватит! 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 Нет. Это не нам решать судьбы этих людей. Каких душ? Каких людей? Это за это мы сражаемся. Они не мы. Сражайтесь со мной, крестоносцы. Пролейте кровь. Нет в этом стыда. Их души уже потеряны. Ого. Ого, он тут делов натворил. Ты куда? Привет, воин лунный. Да, инферно, мне помаленечку. Так, этих бросать нельзя, что? Другая его крестоносец, смотри. Куда ты целишься? Пришли? Или откуда мы пришли? Подожди, откуда мы пришли? Вот отсюда мы пришли, да. Все правильно. Так, а сколько мне нужно на следующий? Ага, 4000 нужно, хорошо. 4000. Вот это надо бы будет потом. Наверное, улучшить, потому что мне нравится, как эта штука вообще наносит урон. Так, козенька, я иду к тебе.
Откуда у них столько красного компота? Ну, у них синий кончился. Так, что это? Данте больше нельзя прервать во время выполнения атак крестом. Прикольно. Бесполезно, ну, прикольно. Ну, знаешь, как этот мультик видел, может, в детстве? Про кентерберийское привидение. Там он это... Почему пятно зеленое стало? У меня краска кончилась красная. Это надо сломать. Так, а зачем это нужно сломать? Это нужно докатить. Да-да, подожди. Сейчас я тут разберусь совсем. Кровь чужого. Робоцип, по-моему, была пародия. Когда этот... Чужого ранили, короче, он это... Сквозь этажи начал падать, короче, из-за того, что у него кровь, это кислота, блядь. И он просто падал, 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 потом упал на улицу, приехала скорая, короче. Начала его это... грузить в машину, в карету скорой помощи. Его погрузили, колеса нахуй отвалились в машину, блядь. Что за... Тяжело быть чужим. Да. Да, сука, уймись. Вы тут бесконечные, что ли? Ничего. Чё это? Зачем здесь это, я не понимаю. Я же не смогу допрыгнуть здесь. Не, они бесконечные, ничего. То есть они не бесконечные, то какая разница. Ах ты, сика. Давай двоих убью. Посмотрим. Третий. Будут они заново появляться? Появляются. Ладно, окей. Значит, нам нужно просто этот дотаранить доверху. Я сейчас так помру, мне кажется, кому-то таскать его. О, нет. Только не ты. Да идите нахер, алё. А, я понял, зачем это нужно. Окей. А что-то оно застряло. Ну, нормч. Странно, ничего нет. Ладно, ладно. Да уж.
Они реально ад сделали, ядрить. Со всеми этими сложностями непонятно зачем сделанными. То есть, в принципе, можно было без них, и так игра была бы норм. Но они зачем-то это все сделали. Эти страдания. Кай. Флегетон. Третья река в аду. Куда течет? Откуда плывут реки? На острове Крит есть гора под названием Ада. Она обильно что-то вращаемое, но сейчас бесплодная. Внутри большая фигура старика, его голова выполнена из золота. Его руки и грудь из чистого серебра, чресло из меди, низ из железа, за исключением правой ступни, выполненный из глины. Его катящаяся слеза катится водопадом, наводняя пещеру. Они падают со скалы на скалу, в эту поляну, образуя Ахерон, Стикс и Флегетон. Хераси. И куда она плывет отсюда? На утесе внизу, когда больше некуда спускаться, они собираются, образуют озеро Кацит. Там ты увидишь... Я не в состоянии этого описать. Такой, и чё, это, и чё, правда? Где-то на Крите есть гора, в которой такая статуя стоит? Если такая есть статуя, ой, я ебу просто. О, нет. Босяцкий. Здорово. А я тебя знаю. Франческо. Брат мой. Ты. Это ты со мной сделал. Постой, стой, послушай. Ты не заслужишь быть рабом. Чего? Ни моей сестры, ни повелителя. Готовься заплатить за содеянное. Франческо, дед. Есть курить. А ты такой же, как тот предыдущий? Или чё? Нормально. Погнали. Крусадеры. Он крусадеров вызвал. Ты чё, кусь-то делаешь? Не надо кусь-то делать, ну. Так, ясно, понятно, пацаны, спасибо. Спасибо за внимание. Ты ж, мать твою, мне кажется, я сейчас помру. Да алё! Прилег, устал. Да, попробуем пока вот это я так. Посмотрим, сколько я ему...
Да чё ты дамьюкаешь-то мне тут? Да хорош, я ж, блядь, увернулся, алё. Конечно, блядь. Да, конечно, да. Я ему щит сломал? Слышь? Ага. То есть я вот так, да? Так, а теперь где мне хп взять? У меня как бы хп все. Чё-то нихера себе. Но я уворачиваюсь, алло, игра. Чуть-чуть, баба. Да ты, блядь, слышь. Нахер делать босса с неблокированными какими-то атаками? Это вот нахера вообще нужно? Да. Да я даже крестоносцев этих убить не могу, алё. Они неубиваемые какие-то. Пиздец, что? Может, они так и убивают? Чего у вас больше-то стало, алё? Вы охуели, что ли? Чё-то дичь какая-то. Чё-то какая-то дичь немножечко. Его крест не берет, что ли, или что? И вообще, по-моему, похуй. Мечом можно кинуться в него. Серьезно? Ну-ка кинь сюда. Дай проверим. Ха-ха, пес. Понял. Ждем. Уворачиваемся, кидаем, ломаем. А, не сломали. Окей, давай еще. Вот теперь сломали. Еще бы я видел, короче, что там происходит в момент. Ha!
Так, отходим. Хуба! Ну, да, конечно, 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 конечно. Да, да, да. Блять, охуительно. Класс. Ой, блять, у него щит сломался. Пиздец, вовремя. Конечно, здорово. Ну, я понял смысл. Лучше оставить это все на середину боя. Я тут, куда стреляешь? Ну, давай. Тебе. Ты что, издеваешься, что ли, алё? Хорошо, я рывком буду это делать. Блять, ты охуел? Ну, кидай! Бля, какой же ты упырь. Окей, окей, окей. Тебе. Я сначала подумал, что он меня целовать пытается. Сейчас. Или укусить. Он, походу, меня это на меч насаживает. Так, я тут, смотри. Идите нахуй! Крестоносцы сраные. Давай еще. И как я теперь буду кидать? Попал, смотри-ка, ёб мать. Давайте вы не будете его защищать тут. Ты сука. Ну давай, давай, здесь я, здесь, здесь, здесь. Ну давай, кидай. Ну кидай, ёпта. Пиздец. Ну а как с ним драться-то еще? Как по-другому. Один удар, блять, ему делать и убегать, все. Как это классно. Конечно. Раз. Я тут, смотри, я тут.
Да ну а как от этого увернуться-то? Это невозможно. Пиздец, блядь, пол... 3 миллиметра осталось хп. Эй, ладно. Ты ебан то, что ли? Чё ты делаешь? Да ну невозможно увернуться от этого, алло. Я во время атаки. Давай. И что я должен делать? Простите за вопрос нескромный. Да тут даже блок не работает. Пиздец. Может, ты меня сразу убьешь, я начну заново, ты мне уже полжизни снял, не хочу я. Ну. Быстрее меня можешь убить? Да убей ты меня уже, господи! Спасибо. Так, по какому принципу мы его все-таки будем бить-то? По-моему... Да иди ты в жопу, блядь, со своими сложностями, понижениями. Кидай. Понял. Ну да, был дело. Да блять, ну я уворачиваюсь, алё. Что за ересь? Уходи. Давай. Сейчас, блядь. Мне какие-то моменты такое ощущение, что Уилл Фаррелл озвучивает. Тоже какой-то на полукрики. Ну давай. Да уйдите нахер. О, спасибо. Да ну, блять, уворот! Уворот! Красиво. Да, блять, ну не работает! Халтидор!
бессмысленно. А вот теперь есть смысл. Так, ну все, поехали. Сейчас. Да ты в смысле? Ха! Лох. Сука, понабрал, блять. Крустоносцев. Уйдите нахер. Не видите, я тут пытаюсь у него это попасть. Давай, я здесь. Красиво. Ты чё, блядь, издеваешься? Ну, блядь, проёбано просто. Да иди ты в жопу, блядь, со своими этими захватами. Ты чё, блядь, хуйло? Пиздец. В каком смысле, блядь? Что это за... Иди нахуй, игра, просто. Вот иди нахуй. Это было лучшее, что я мог сделать. И в итоге, короче, получилась какая-то херота просто. Кривой, что ли? Идите нахер, чего, блин, толкаетесь-то? Чего, блядь, игра? Да иди ты нахер! Чё за, блядь, тупые крестоносцы? Хули вы лезете-то? Давай сюда, 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 сюда. Ага, красавцы. Пиздос. Тупость какая. И чё ты не кинул? У тебя внезапно совесть проснулась? Ой, дружище, я не буду тебя кидаться. Ой, я увернулся. И, блядь.
Ты чё начал-то? Так я в прыжке был, ну как ты меня схватил-то, блядь, алло? Так. Все, у меня кончилось, что ли, блядь, алло? Козёл. Да ну я уворачиваю уже, и кить твою в душу! Сука, один удар дает сделать, блядь, и все. Чё это за параша вообще? Да ну конечно, пидорасы. Серьезно. Какого хера? Чё это за бред? Просто они меня зажимают, и я ничего сделать не могу. Уроды, блядь. Да ну я, блядь, уворачиваюсь, сука! Можно, блядь, рестарт как-то сделать по-быстрому, потому что вот эта хуйня меня не устраивает вообще, блядь. Чё он затупил-то? А чё не так-то? Чё он затупил-то, реально? Вы говоришь? Ну ладно. Блять, и чего? Его вообще не пробивает. Пиздец какой-то, блядь. Можно я хоть что-нибудь, блядь, сделаю здесь? Пиздец какой-то. Я не помню, что он был таким сложным. Черт с тобой. Черт с тобой. Черт с тобой. Да не, реально голос какой у Ферла. Ты дурак, что ли? Меч кидай. Рожь тупая. Блять, ну почему нельзя... Я не понимаю этой логики. Почему нельзя увернуться во время атаки? Что, блядь, мешает? Ну это же атака, это же его движение. Почему он не может взять и увернуться? То есть тупо действие нельзя отменить. Я начинаю бить, остановиться не могу. Стоп. Стоп, крусейдер. Да, да. Да, блять, ну чё не нажимается-то, алё?
Ебучий случай, ну что это? Лишнее, блядь, телодвижение делай. Бесит, тут серьезно. Он не сложный. Вся его сложность — это крестоносцы сраные. Который просто блокирует поход. Давай. Ну, вызывай своих этих пацанов. А чё, ты бессмертный во время этого? Как мило. Отходим, отходим! Боже ты, блядь. Уходи ты, блядь, оттуда! Чё ты встал-то, дебил? Ты нервируешь, когда врагов даже нельзя убить, которые рядом с ним бегают. Ты чё-то, блядь, толкаешься, ты ёптаны. Где оторы? А их можно убить? Серьезно, что ли? Я думал, они не убиваемы. Да это уже не важно. Хоба! Реликвка какая-то новая. Что за реликвы? Данта защищен от всего вражеского урона. 5%, 10-15. Етить. Исполняется быстрее. Ладно. Не буду пока трогать. Наши дела исполнены во имя Господа. Почему он нас оставил? Во имя Господа? Убийство — единственное, что есть во имя убийцы. Искупи свои грехи, брат. Используй мою душу с умом. Беатрис. Сестра. Героин вернулся. Герион вернулся. Что-то я не то читаю. Да ядрите опять вы, господи. Да, ну правильно, их же можно было так убить. Просто они какие-то долгие. Идите нахер.
Да можно я ударю-то? Ты, блядь, издеваешься? Но они серьезно не... Что мне с ними делать? Они бесят. Серьезно, подкинуть их нельзя. Че это за бред-то вообще? Вас крестами тушить, что ли? Не пойму. Бля, серьезно, что ли? О, нет, только не ты, блядь. Серьезно? Вас еще и двое? Да ну это пиздец. Да я отру. Блять, без вариантов. Я, блядь, с одним справиться не могу, а, блядь, мне двоих предлагаете. Чуть дурные, что ли? Капец. И, блядь, весь лифт этот заново. Как я ненавижу эту игру. Как я ее ненавижу. Это бред. Это полный бред. Их реально крестами, что ли, бить? Это реально работает. Смотри, как быстро убивают их. Начинается, ёп. Куда ты? Ты чё не дохнешь-то, алё? Чё ты ревёшь-то? Тебя реально убиваются просто в момент. Алло. Да ну не его. На нах, отлично, минус. Уйди ты в жопу, козел. Отлично. Припекает ты. Да ёб твою мать, ты серьезно? Ты чё, блядь, вылезаешь-то здесь все? Тебя кто сюда зовет вообще? Вот пристал. Ну он угорает. Он угорает. Сдохни. Прошу тебя, спасибо. Ты позвал, не надо, конечно, не надо было, нахуй ты его позвал. Он всю вечеринку портит.
Простите, пожалуйста, я могу в данный момент просто сделать вот так? Имба страты чуйка лечится. Вот теперь полное хп у нас. Че, удивлен, конечно, что нам не дали. Че нам не дали? Следующий уровень. До сих пор. Ну, так, что нам нужно? Что нам можно? Что-то отсюда я хотел вкачать, да? Буль похоти. 2500. Хватает. Буря похоти 3. Повышает радиус, блокирует дальнобойные атаки врагов. Прикольно. Это не ламан. Ты куда? Ну не могу я игры, ну что? Что? Оно само, я не виноват, я ничего не делал. Это аура, карма какая-то плохая, я не знаю. Обман. Вообще предательство, наверное. Я не виноват. Он сам кто-то летел, я думал это заставка вообще. В идеале, конечно, магию прокачать бы. А что там еще-то? 2500. 2500. 5. Блин, это тоже хочется. Хотя, с другой стороны, если у меня будет больше маны, я смогу больше кастовать вот это. Наверное, лучше все-таки будет дискорд чекнуть. А что там? Что это такое? Я не понимаю, что происходит. Как на это смотреть? Все, я понял. Я просто думал, там карниз еще какой-то снизу. А карниз сверху. Все понятно. Все понятно. Я сохранился? Давай еще. Блять, зачем ты новый? Как? Мел Болджи? Серьезно? Это что, прям это? Из спауна? Сратый босс. Игра уже скоро закончится, на самом деле.